Как дождь заканчивается, начинается такое туманище. То есть настолько земля была прогрета, что она сразу начинает испарять все. Земля, деревья. Возвращаемся обратно, как шли. Главное, такая жарища была изначально. Сейчас... Да. Не рано мы вышли. Я бы еще посидел. Нет? О, смотрите, какая туманище. Ну, вроде так просвет пошел, наверное, больше не будет дождя. Потому что тогда у меня были тоже сомнения, а сейчас вроде и нету. Кто-нибудь ходил под джунглем в ливень или после ливня? Какой туман мощный. Собак так и не увидели больше. Собаки там бегали, такие мокрые. Прям вообще жалко их даже было. Что за звук такой интересный? Смотри, вода увеличилась. Да. Да, воды стало раза в два побольше, чем было. Какой-то, какая-то птица. Сейчас, погоди. Слушай, фига себе. Все. Сейчас тут прятаться будем. Поэтому я и хочу быстрее пойти, без всяких видео. А это закрыто, походу. Когда мы шли в ту сторону, вроде воды не особо, а тут уже слева было. Сейчас уже побольше водички.
Вот смотри, сколько там воды. Офигеть. Вот это стоки. А когда туда мы шли, вообще не было, не капало вроде отсюда. Или лилось, не помнишь? Вот прям адский вода. Ух! Офигеть!